Так, всем здорово. Вот, скачал какую-то игрушку, называется The Rebirth. Все, конечно, круто, но почему у меня мышка может смотреть только вверх и вниз? Это что за дерьмо? Так. Это нормально? Нет, это вообще нормально? Ёпта, ребята, вы посмотрите на это. Как у меня мышка смотрит. Это что за дерьмо? Блять. Я ж... Фух, испугался, охренеть. Какой резкий звук. The Acreators. The Isha... О, все, отлично, я могу нормально управлять. Вот, мы очень высоко прыгаем. Можем за карту прыгать, кстати говоря, вот смотрите. Ой, ну я не буду. Давайте посмотрим, что у нас вдали. Там дым. Погнали туда, где дым. Бам. Чувак у нас высоко прыгает. Так что... Мать твою, это что только что было? Вы это видали? Вы это видели? Только что дерево, по-моему, с текстуры упало. Это плохо. Плохой признак. Такое ощущение, как будто мы каким-то великаном играем. Потому что горки такие маленькие, деревья маленькие. О, видели, да? То есть все маленькое. Реально похоже на то, как будто мы играем каким-то... кубик. Вокруг никого пока что не видно. The Rebirth. The Rebirth. Во. Во как игра называется. Внимание. Бу! А что это такое, кстати говоря? Ох, мать твоя. Смотрите, апокалипсис. Ой, блядь, что такое? А что это такое? Метеорит? И... какая-то бессмыслица, блин. Ой, мать. Что-то мы не то выпили. Да. Блин, деревья постоянно движутся. Все такое, все движется. И, то есть, если присмотреться, да? Посмотрите на это. Что-то у чувака с головой нету. Погнали, кубик, посмотрим. Бля, какие звуки хорошие. Давай, уху, отлично. И что это такое? Что я сделал? Толкай, толкай его, давай. О, видали, как мы башкой кубик толкаем. Охренеть, вы этого видите? Смотрите, бабамц, это прям баскетбол нах. Ой, бля, да. Так, ну и где второй кубик? Бум, сна. Еще немножко, и он за карту летит. Так, а вон второй, кстати говоря. Какие звуки хорошие. Ну, давайте, 3, 2, 1. Ура, что мы сделали? Все? Понимаю, в чем суть игры. Вообще. Ходим, что-то долбимся головой об кубик. Об кубики даже. И что делать, непонятно. Да. И таких игр, кстати говоря, на Unity просто дохрена. То есть, где вообще суть игры отсутствует. Сюжет отсутствует. Вообще все отсутствует. И, судя по всему, мозги у автора тоже отсутствуют. Ну и что это такое? О! Как дела? Ой, бля. Ой, бля. What is it? У меня глаза болят. А, мужик! Пить надо меньше. Ой, бля, что это такое?
Бля, что это такое? Такое ощущение, как будто у меня сейчас виндуха сломается. Смотрите. Ой, блядь. Ой, мать твою. Шкаф. Внимание. И... такой вот инди-хоррор. Все. Конец. F5. Чё за F5? Нажать, что ли, надо? Ну, давай нажмем. Так, вот нажал F5. Это, походу, уже игра заново началась. Ладно, давай сюда закончим. Такая вот маленькая игрушка. В принципе, ничего особенного я тут не вижу. Надеюсь, всем понравилось. Всем пока, удачи.